Привет, YouTube. Я тут в предыдущий раз оговорился, но это ничего. Сейчас можно в сети очень спокойно запутаться. Хочу сказать, что произошло у меня за последнее время. Ничего, осень, короче говоря, на дворе. То снег, то дождь, то грязь. И что самое интересное... Самое интересное. Мне это время немножко начинает нравиться. Я сейчас читаю Пушкина. Хочется прочитать его всего до конца. Все из 6 томов, которые у меня есть. Надеюсь, я это осилю. Пока осиливаю только первый том. Надеюсь, у меня это получится. Ну, все, пока. Пока.